Всех приветствую, товарищи. Недавно снимал ролик, вот, где чуть не застрял, короче, на бездорожье. Так, лайтовенько порубился, покатался по полям. И форсировал брод в том же ролике. Так вот, оказывается, к тому месту есть еще одна дорога. И я ее хочу проверить. Вот она, пожалуйста. Вот этот путь. Вот мы сегодня попробуем другим маршрутом добраться до туда. То есть вот я после застревания легкого и освобождения самостоятельного приехал в деревню. Так вот в эту деревню можно по ходу дела проехать вот по этой дороге. Давайте проверим. Помыл, называется, машину вчера, да? Ну, сильно-то не запачкал. И в любом случае дождь идет все равно. Все равно на улице грязно. Все равно. Нормально. Нормально. Вот. Ну, тут дорожка вот неплохая. Вот где я сейчас съезжал, там, да. Ой, а тут уже не неплохая. Тут уже плохая начинается. Включаем блокировку. Включаем блокировочку. Блокировочку включаем. Включаем блокировочку. Включилась. Так, ну что, тут на первой тогда поедем. Кстати, да, первая передача повышенная соответствует второй пониженной. Тут вопрос был, вот я отвечаю. Так, ну что. Так-то вроде ничего, нормально здесь. Давайте проедем, посмотрим. Не хочется тут колеях ехать, поеду в разрезик. Так вот. Я ж не джипер. Вот. Так, ну ничего, нормально здесь. Все вообще хорошо. Ну, здесь по колее, ладно, уж так и быть. Все равно не цепляю днищем. И мы выезжаем, друзья, на поле. В принципе, на карте я это поле видел. Так, вот тут вот. Как лучше проехать? Там какой-то шифер тут наложен, а нам вот надо сюда. Так. Ну, не знаю, ну поехали. Вот тут вот. Так вот. Вот так. Там глубоко было, по-моему, достаточно. И я выехал на поле, на... Ну, тут дорога была. На карте здесь, короче, вот здесь вот дорога в деревню идет. По этому полю. Поле тоже, я бы не сказал, что сухое, но я вижу отчетливо дорогу. Вот они, колеи. То есть уже легче, уже легче. Ну и благо, чисто здесь. Тут уже не чисто, тут уже пошли колеи, сырые колеи. Но я в разрез прохожу, сильно, чтобы не пачкаться и не застревать. Это мудро в данном случае. Вот. Если вы не джипер, короче, езжайте в разрез. Так, а вот я попал в колею, стащило меня все-таки в колею, ребята, но я все как бы нормально преодолеваю, прорубаюсь. Так, вот выскочить бы мне из нее, о, выскочил в разрез, отлично, как раз самое глубокое место миновал. Да, тут вообще, по ходу дела, никто не ездит по этой дороге в деревню-то в эту. Ну, а мы проедем. Обновим дорожку. Вот здесь вот. Интересно. А вот мы вот так тут проедем. Ой, какая-то грязина выскочила.
под жабу провалилась. Так, вот здесь вот, да, поедем? Поедем тут вот. Так вот. Во. Тут дорога такая уже не совсем хорошая становится. Так, я не отклонился от курса. Нет, вот сейчас как раз вдоль вот здесь вот этого перелеска должна она идти, эта дорога. И уже должны, ну там в гору, короче, что-то будет. Лишь бы ручья не было. Поехали. Самые страшные места вроде как проехал. Да, все правильно, вот она, эта дорога идет. И вот это место. Вот это место, и вот в деревне подъем, да. Все, ребята, правильно. Вот как-то так получилось. Вот царапать я машину не хочу, а как-то приподнять это дерево. Или объехать. Слушайте, можно вот объехать, пожалуй. Давайте попробуем. Тут думаю, что, наверное, не провалюсь. Вот так вот, видите, и нормально. Ветки мягкие, влажные тут, то есть не поцарапай, уже испытано. Так, вот здесь вот. Ну а здесь сейчас включаем, тогда я сейчас на пониженной проехал, вторую пониженную включаю, и тоже вот сбоку вот тут вот. Вот так вот, все, поехали, вперед. Во. Не, ну тут вообще легко это все, то есть тут вообще проблем нет. И, значит, сразу хочу прокомментировать. Так, ремешок. Сразу хочу прокомментировать. Вот пишут, что ну на чем угодно можно проехать. Я опять этой темы сейчас коснусь. На моноприводе мы там ездим, там не знаю на чем, на черте лысом. Вот, да. Нет вопросов, я вообще абсолютно с вами согласен. И более того, есть видео, как моноприводы рубятся вот, и дорогам значительно хуже, чем я сейчас вам показал. Но суть-то в том, что вы там по такой дороге вот реально рубитесь. Там реально заруба получается на моноприводе. А на Ниве вы здесь просто едете, не напрягаясь. То есть я, ну, более-менее обозначил себе направление, траекторию, проехал, и все, и вопросов нет. Вот здесь какая-то ямка. Ох, как тут что-то получилось провалиться чуть-чуть. Колеса провалились. Ну, ерунда, это все. То есть здесь вы просто едете, обозначили себе направление и поехали. Вот я в эту деревню въехал, только с другой стороны. А там вы будете в поту сидеть, проедете, не проедете вот по такой дороге. Потому что малейшая ошибка, и на кроссовере не очень проходимом, либо на моноприводе вообще, то есть на лифтованном каком-то моноприводном автомобиле, вы, ну, просто сядете и все, при малейшей ошибке, если газ отпустите, то есть там, как правило, просто за счет скорости, за счет оборотов рубят вот по
по таким местам. А здесь вы спокойно едете. И ошибок-то, в принципе, допустить очень сложно. Ее легко исправить будет. А на моноприводе вы ее просто не исправите. Или на менее проходимом кроссовере. На паркетнике, короче. Тем Нива и цена, что вы спокойно просто ездите. А вот где не проедут паркетники и моноприводные автомобили, вот там уже на Ниве рубиться приходится, но там она пройдет. В отличие от этих же вот названных мной автомобилей, не предназначенных для подобной эксплуатации. Немножко я вас запутал. Это я приехал в другую деревню с хорошей дорогой. А та деревня, она вон там, вон. И в нее ведет другая дорога, блин. Я что-то вот это не подумал. Ну ладно, сейчас вброд тогда проедем. И все, вот оттуда я выезжал по полю-то. Вот там вот. А туда какая-то другая еще дорога ведет. Ну что же, надо будет и ее найти, и эту дорогу. Надо будет посмотреть на карте. И, значит, определиться. Надо совершить и такой маршрут. Ну вот и наш брод. Ну, брод уже не брод. Брод уже все. Брод уже совсем не глубокий. И я даже думаю, что тут не стоит он никакого внимания нашего. На самом деле, чтобы выехать отсюда, вот через эту речку, это речка, не ручей, она на карте обозначена как речка, вот, проезжать не надо через него, чтобы выехать, вернуться, так скажем, в цивилизацию. Я еду вот в ту деревню, чтобы найти другую дорогу, про которую я вам сейчас рассказал. Попробуем, значит, проехать там. Через ручей я сегодня не поеду, где вот там в прошлый раз остановился, не рискнул. Это у нас, ну, либо завтра, либо послезавтра, там, решим. Смотрим, как настроение будет. Вот. На сладкое оставим, так скажем, на десерт. А я сегодня вот эту дорогу разведаю. Посмотрим, что получится. И вот смотрите, вот отсюда я тогда выехал с поля. А нам нужно сейчас двигаться туда и попробовать найти вот дорогу, которая, старая дорога, ведет через лес. Альтернативный, короче, маршрут сюда. Я думаю, что там дорога должна быть хуже, чем та, по которой мы вот начали наше путешествие. Ну, на карте так кажется. Тут видно, что уже ездили. Вот сюда вот кто-то. Дачи. Как дачи, видимо, это используется все. Ну, потому что жизнь здесь действительно. Сюда не проехать весной будет. Зимой здесь, соответственно, тоже проблематично добираться. А вот эта дорога начинается, друзья. Вот эта дорога. Какой старый дом, к нему пристроен новый. Да, а здесь дорожка, она вот такая вот, действительно очень неприглядная, колеи. Как вы можете видеть, достаточно сырая. Пойду в разрез. Нормальные герои всегда идут в разрез. Если перефразировать слова доктора Айболита, по-моему, там это прозвучало. Так. Тут у нас что? Тут у нас тоже все ерунда. Ну вот видите, о чем я вам и говорю. То есть движемся вот по таким дорогам, мы просто получаем удовольствие, и все. Дорога становится хуже. Дорога, ребята, становится хуже. Там вот вроде место такое относительно сухое. Я сейчас туда выскочу, надо будет посмотреть. Ну, по идее, это здесь я застрянуть не должен, потому что дорога все-таки была, поэтому
Наверное, все-таки здесь не так страшно. Могу, конечно, ошибаться. Давайте выйдем, посмотрим. Вот навигатор не знает этих дорог. Яндекс тоже их не знает, но на спутнике видно. Ну, тут, знаете ли, достаточно такой грунт вязкий. Мне интересно посмотреть, что впереди. Короче, ребята, не весело тут. Заросла дорога. Вот я пришел, совсем недалеко отошел. Вот, сейчас видите, машина вон тут вот стоит, здесь. Да, по ходу дела не проехать. Значит, этот маршрут отменяется. Здесь кустами все поросло. Вот видно, что вроде бы были когда-то старые колеи. Но все заболочено и все заросшее тут. Слишком кусты такие уже мощные, чтобы рубиться. А вон машина стоит. То есть придется вернуться назад. Не солоно хлебавши, что называется. Так, а как я тут пробирался? Вот в кроссовках-то, да? Как раз. Здесь бы и не надо ходить. Ну ничего. Нам не привыкать. Вот. Так, что тогда, разворачиваюсь и едем. Тут можно развернуться, наверное, вот сюда, на этой полянке. А не сильно так-то машина грязнится от этих перемещений. Ну, как так, конечно, грязнится, но не сильно. Я уже это заметил давно. Так, сейчас нам надо вот через это все... Через вот эти вот вещи прорубиться надо, короче. Я думаю, что тут надо использовать вторую пониженную. И так, и вперед. Назад отъехать. Так вот, и вперед. В принципе-то и выскочили. Дальше тут уже неинтересно будет. Так, ну что, друзья, вот все. Разведку я произвел. Здесь дороги нет. Там дорога есть, но она нам бесполезна для наших дел. Да и этот нам, в принципе, бесполезно. Я что-то так чисто для своего интереса, так скажем, этим занимаюсь. Thank you.
Ну вот, друзья, наша пятничная покатушка подошла к концу. Всех с пятницей. И всем пока. До новых встреч. До новых сюжетов. И с наступающими, естественно. Ну, хотя мы еще встретимся. Мы же каждый день встречаемся.